приставка, я очень сильно разрекламировал, но не зря, потому что эта приставка, что надо. Можно выбрать, конечно, Sega, можно выбрать эту приставку, можно выбрать многие другие, например, Pro 16-bit, которые раньше выпускались, или Mega Ken, тоже снят с производства. Сейчас осталось два выбора, либо Sega Mega Drive, либо вот Beatman. Вы что-нибудь выбираете? Выбираю Beatman, заверните. Заворачивай. И вот он, долгожданный. Я считаю, что нет ни одного геймера, кто когда-либо не поиграл в Mortal Kombat, эту легендарную игрушку на всех видах приставок от 8 до 32 бит. И теперь перед нами Ultimate, сборник всех Mortal Kombat, сборник всех игроков, которые раньше присутствовали в первом, втором и третьем выпуске этого картриджа, этой компьютерной игры. Итак, Ultimate Mortal Kombat, вы выбираете игрока и вы выходите на ринг друг против друга. Перед вами раскрывается ландшафт новой игры Ultimate Mortal Kombat. Итак, перед нами вы видите своих игроков, вы их всех знаете и некоторых не знаете, потому что они только что появились в этой игре. Все схватки, все удары, кое-что старое, кое-что новое. И, конечно же, впереди турнир. Впереди турнир лучшие геймеры, и эти геймеры соревнуются между собой, кто из них сильнее. А это, поверьте, не так-то просто. И уж поверьте, здесь невозможно победить случайно. Только тот, кто умеет драться на компьютерных приставках, сможет победить того, кто тоже умеет или не умеет. Итак, впереди турнир, и победитель обязательно будет определен, а турнир будет, конечно же, обязательно в кинотеатре, как всегда, либо в кинотеатре «Аврора», либо в кинотеатре «Родина». Итак, ждем вас на следующем турнире, а когда он будет проходить, конечно же, объявим позже, и никто, поверьте, не останется в стороне. Ну вот, ребята, подошло время нашего конкурса. Нам прислали очень много писем, и среди них был такой вопрос. Прислал его нам Кирилл. К сожалению, он никак иначе не назвался, кроме как Кирилл. Почему Кирилл? Кто Кирилл? Никто не Кирилл. Никто не Кирилл. Итак, вопрос такой. Он задал такой вопрос. Как выполнить фаталити в Mortal Kombat Ultimate игроком под названием Сектор? Но мы решили немножко изменить этот вопрос и хотим вас спросить. Можете ли вы прислать нам на бумажке все фаталити, бобилити и другие приемы, которые применяются в Ultimate Mortal Kombat? И, конечно же, вы получите суперприз, любой суперприз, конечно, получите приставку Super Beatman, если напишите нам все правильные фаталити и другие приемы, применяемые в этой игре. В Ultimate Mortal Kombat. Пишите, пишите. Можете писать почтой, можете принести сами. И если вы все правильно напишите, это приставка ваша. И мы ждем вас на супер турнире Ultimate Mortal Kombat. Конечно. До свидания.